Его секретарь Николай Гриценко рассказал об итогах праймерис на выборы в ЗСК и представил предварительный список кандидатов по одномандатным округам и территориальным группам. Напомню, что внутрипартийные выборы проводит пока только «Единая Россия». Там демократическая форма отбора кандидатов. Общекраевой список возглавили председатель ЗСК Владимир Бекетов, вице-губернатор Юрий Бурлачко, главный врач краевой клинической больницы номер 1 Владимир Парханов. Также на заседании члены политсовета провели работу над ошибками, допущенными во время внутрипартийных выборов, и рассмотрели программу партии. Там более 400 наказов, которые были получены от избирателей во время праймерис. Наша главная задача – это донести оценку наших избирателей, которую они нам дали на предварительном голосовании, до финала, чтобы эти люди вышли потом на выборы. 70 мандатов, 137 человек. У нас как бы двойной резерв, и это дает нам возможность и дальше производить оценку и отбор кандидатов от нашей партии. Окончательный список кандидатов в депутаты ЗСК 6-го созыва единороссы определят 14 июля на политсовете партии. На нем же они утвердят и свою партийную программу, с которой предстоит идти на сентябрьские выборы.